открывает ректор Балтийского государственного технического университета ВМЕХ имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова Константин Михайлович Иванов. Уважаемые сотрудники университета, уважаемые гости, уважаемые студенты, уважаемые работники промышленности, я с огромным удовольствием открываю торжественное заседание ученого совета, посвященное памяти Дмитрия Федоровича Устинова, его 110-летию. Мы гордимся, наш вуз, что мы носим имя этого великого человека. Дмитрий Федорович Устинов, маршал Советского Союза, министр обороны, закончил наш университет. И он впервые среди сотрудников того сложного времени понял, что оборонно-промышленный комплекс – это сложная система. Система работы конструкторов, промышленности, технологов, заказчиков. Он создавал эту оборонную промышленность и в годы войны, и послевоенные годы, и заслуженно считается маршалом оборонной промышленности, создателем оборонной промышленности, созданный в 1932 году ВМЕХ, и был направлен на то, чтобы создать конструкторов, технологов, руководителей промышленности, то есть готовить тех работников, которые создают оружие, изготавливают оружие, сдают заказчику, испытывают и обеспечивают оборонный паритет нашей страны. ВМЕХ выполнял с честью возложенную на него функцию. До сих пор мы остаемся одним из ведущих вузов оборонного комплекса страны, мы входим в пятерку первых вузов по гособоронзаказу. Из всех специальностей, которые есть сейчас в ВМЕХе, порядка 83 специальностей носят оборонный характер. Мы не переходим в политехническую сферу, мы не занимаемся серьезно гуманитарными направлениями. Все, что делается в ВМЕХе, делается ради нашей безопасности, в области нашей безопасности. И в чем-то мы гордимся, что мы оправдываем имя Дмитрия Федоровича Устинова. Мне очень приятно, что сегодня собрались наши выдающиеся выпускники, собрались руководители предприятий, с кем мы сотрудничаем, приехали наши друзья из других вузов, присутствуют представители правительства Петербурга. Мне очень приятно, что за эти годы мы сохранили теплые отношения с семьей Дмитрия Федоровича Устинова. И сегодня присутствуют у нас в зале два внука Дмитрия Федоровича Устинова. И я думаю, что вот это мероприятие будет хорошей памятью выдающемуся человеку. Дмитрий Федорович Устинов учился в ВМЕХе как конструктор, как разработчик военной техники. Эту праздничную неделю мы проводим не только как праздник. В эту неделю проведено очень много научно-технических семинаров, очень много образовательных семинаров. И мы понимаем, что только реальная работа, работа с предприятиями, работа со школами дает гарантию нашей стабильности, нашего развития. Я поздравляю всех присутствующих со 110-летием со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова. Желаю успеха и процветания нашего вуза и благополучия всем нашим выпускникам и нашим партнерам. Спасибо.